Привет, Казахстан! Меня зовут Юля Галышева. Будем вас радовать нашими выступлениями. Спасибо, что вы за нас болеете. Это видеосообщение спортсменка записала по приезду в Корею. Уже тогда она будто чувствовала, что эта поездка станет для нее значимой. В первом финальном раунде Галышева показала 7-й результат. Во втором казахстанка улучшила свой показатель и с 6-го места пробилась в шестерку сильнейших, где продолжила борьбу за медали. В третьем финальном раунде Галышева стартовала первой и, показав свой лучший результат на текущих соревнованиях, заняла итоговое 3-е место. Эта медаль стала первой в копилке национальной команды в Пхёнчхане и первой в истории Казахстана в дисциплине «Могул». Пока ничего не ощущаю, еще не осознаю, что это медаль Олимпийских игр, но я точно знаю, что я счастлива и рада. Спасибо моей команде и стране за поддержку. Очень боялась остаться четвертой. Лучше быть пятой, чем с деревянной медалью. На старте соревнований были разыграны первые медали в лыжных гонках, биатлоне и шорт-треке. К сожалению, никто из казахстанцев на пьедестал не попал. Стоит отметить, что в этих стартах принимали участие и кустанайские спортсмены. 11 февраля на старт вышли лыжники в скиатлоне. Виталий Пухкало пришел к финишу 34-м. А шорт-трекистка Анастасия Крестова не смогла выйти в следующую стадию состязаний на дистанции 500 метров среди женщин. Свой выход на лед ожидает чемпион мира, конькобежец Денис Кузин. 500 метров – первая позиция, главная дорожка. Но на данный момент я была четвертой на четвертой дорожке, и немножко не повезло с этим. В принципе, можно было побороться, но вы видели сами, что была борьба. Но если бы я залезла, я не хотела идти на пенальти. Еще у меня дистанции 1000 и 1500 метров. Несмотря на то, что я сегодня не вышла, дай бог, я буду идти вперед только к победе. Зимние Олимпийские игры в Корее пройдут с 9 по 25 февраля. В течение 17 дней около 3000 олимпийцев из 92 стран будут соревноваться в 15 зимних спортивных дисциплинах, представляющих собой 7 зимних видов спорта. Всего в рамках зимних Олимпийских игр будут разыграны 102 комплекта медалей.